ГТРК «Татарстан» продолжает совместный проект помощи тяжелобольным детям. Азалии Загидуллиной нужна ваша помощь. Девочке 8 лет. У нее спинальная мышечная атрофия. Чтобы иметь возможность самостоятельно передвигаться и остановить прогрессирование заболевания, Азалии нужна коляска активного типа. Подробнее в сюжете. Это работа «Подводный мир». Я ее делала в школе на конкурс. Плетение из бисера, рисование, поделки, вокал. Азалия творческая и целеустремленная девочка. Творческий конкурс для детей с УВЗ «Снежинка». Диплом третьей степени. Азалия только перешла в третий класс, а уже собрала толстое портфолио с грамотами. Мама говорит, всегда добивается своих целей. Также отважно девочка противостоит своему заболеванию. В год и 3 месяца семья обратилась к врачу. Азалия так и не начала ходить. А еще через 7 месяцев подтвердился диагноз – спинальная мышечная атрофия. Очень слабые мышцы, а самое опасное. Мы живем, лечимся, санатория, реабилитация, массажи, ОФК, обкалывание. Еще один нужный тренажер – вертикализатор. Уже есть у семьи дома. Это у нас вертикализатор. Это такой аппарат, скажем, что ли. Чтобы ее ставить, вертикализировать коленных суставов, чтобы не было контрактур. Коляска активного типа, чтобы остановить прогрессирование заболевания, а также иметь возможность 1000 рублей. Благодаря этой коляске Азалия сможет самостоятельно перемещаться как дома, так и на улице, а ее тело будет получать правильную осевую нагрузку, что необходимо и важно для предотвращения осложнений уже имеющихся деформаций в теле. Азалия очень давно хочет стать хозяйкой маленькой собаки. Девочка любит животных, с питомцем родственников уже подружилась. Она сама вот мечтает уж, все хочет. Пока. Свою, да? Самая заветная мечта, конечно, другая – быть сильнее болезни. Помочь в исполнении этой мечты можем мы с вами, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. И Кислицын, Дамир Мухаметханов, Вести Татарстан.